А? Zwei Stunden hat sie geschlafen. Die? Hatte sie abgelegt? Wie so ein Geruch und so. Эвелине две недельки. Два. Кто проснулся этот? Доска, давайте кушать быстрее. Да. Кто-то наелся и спит, а кто-то играет в Лего. Мы тут у Давида в комнате и играем. Где-то Давид построил. Целый дом построил себе. Лего дом. А Джек у нас возвращается с прогулки. Папа его там помыл. Сейчас мы его увидим. Джеки Джек. Джек. Джеки, кто мокрый у нас? Привет. Нет, тебе не... Ой, какой пахнет вкусно. Jetzt riecht er nach Shampoo. Soll ich ihn föhnen, oder? Nein, lass ihn so austrocknen. Sicher? Ja. Ja, ein bisschen kannst du ihn föhnen, aber nicht unbedingt jetzt. Lass trocknen, nur ein bisschen. Also was? Papa, wir haben eine Idee. Also was jetzt? Ein bisschen, nicht komplett trocken. Wo ist denn der Föhn? Föhn ist in der zweiten Schublade. Im Gästebad. Ei. Да, кто-то просыпается опять. Пять минут поспим, потом опять на тете висим. Да. У нас есть идея. Мы хотим рассказать папе, что мы хотим сегодня заказать пиццу. Потому что кто-то у нас сегодня получил аттестат, что он переводится во второй класс. Ей! Давид у нас молодец. Да? Закончил успешно. А Флориан и Малон, они должны повторить год, да? Они остались на второй год. Ну вот, а ты молодец. У нас на улице распустился к рождению Эвелина, вот такой куст красивый. И Джек у нас после парикмахера. Джек! Джеки, посмотри на нас. Джек! Кто такой красивый? Кто после парикмахера? Ай! Это моя Зени. По-моему, мне ее нужно сажать заново. И тут кто-то гуляет. Кто здесь гуляет? В шезлонге. Вот так мы защитили Эвелину от солнышка. Скажи, потому что слишком солнце светит, да? Скажи, а нам пока оно не нужно. А вот так в самый раз. И мама тут релаксирует. Хорошая вещь, шезлонг. Wir feiern! David, Schulabschluss! Ой, Эвелина у нас икает. Мы празднуем сегодня, что Давид закончил школу и получил свой первый аттестат. У Давида вот такая писька. Вот тут кто-то уже у нас крутится на ручке. Все. Вот так мы кушаем. И у мамы пицца. Сейчас покажу вам. Mm-hmm. С семгой и со шпинатом. Она тогда не будет вкусная, Давид. Он говорит, если я не съем, говорит, сейчас. Тогда будет уже невкусная она. Какие у вас вкусные пиццы. О-ла-ла. Пицца из да. Эвелина нас уснула. Спит у мамы на подушке. Мама наконец-то может покушать. А Давид открывает вторую пиццу. Он заказал две пиццы. Одну с морепродуктами, а другую с ветчиной и шампиньонами. Сегодня можно, да? Сегодня особенный день. И сам себе наливает сок. Моя умничка. Все? Ну, у нас еще есть сок. Бутылка пустая будет. Приятного аппетита! У нас купается будет. А? Первый раз будет купаться Эвелиночка. О, какие маленькие ножки у нас. Да, она с ней доскрутит. А? Нет, ей ничего. Вот она совершенно там не больно. Там же нет нервных окончаний.
It's video. Умничка моя. Hello, my child. Умничка, кто плавает так здорово? Inge fällt das denn hier so schön? Кто плавает так здорово? Ich glaube, in zwei Wochen machen wir sie fertig. Ja, das klappt ja schon so gut. Das kann man auch Babys schwimmen. Kannst du Babys schwimmen? Кто ты такой красивый? Jetzt sieht sie sich selber. Какая красивая девочка у нас плавает. Доска для первой купания. А Джек сходит с ума. Джек только что пришел с прогулки. С папой был на прогулке. Мы сейчас вот так ножки. Все-все-все помоем, да? Окей, кончу. Ой, молодец, Эвелиночка. Молодец. Ты моя солнышко. Мама, привет. Привет. Да? Нам все холодно. А это холодно, да? Холодно, вот так. Нет, холодно. Вот так. Это очень... Ой, это wie kräftig. Ага. Sie eigentlich kalt. Да. Это... Sie kalt. Так, Эдик, можно? Значит, sie kalt, sie да. А у нас тут 25,5 градусов. Нам папа установил вот такой вот обогреватель. Жили в спальный мешок, и все, и она спит. После купания детки особенно хорошо спят. Да, все, а Джек тут ее охраняет. И она даже почти не плакала. В общем, мы ее одели. Папа пошел Джека купать. И все, и она уснула. Мама на руках, подите. Спокойной ночи, доченька. Кроватку пододвину поближе к кровати. И все. 2 недели после родов. И вот так выглядит мой живот. Если вы видите, вот эта полоска. И вот эта пигментация мне не очень нравится. Поэтому я заказала себе вот такой вот отбеливающий крем. Я купила. Он с SPF 30. И он отбеливает кожу. То есть ее убирает ненужную пигментацию. То, что нам и нужно.